На морозном узоре окошко льется лунного света дорожка. Мы вдвоем у окна, а кругом тишина. Почему, дорогая, грустна? Лунный свет серебристый и синий лег на косы твои, словно ини. Это не седина, это шутит луна, потому что идет к нам весна. Знакомая мелодия очень, Николай Николаевич. Конечно, знакомая. Это такое? Сейчас вспоминаю. Сейчас. Неужели вы не помните? Нет. Это мелодия той пластинки, которую мы с вами купили. Ах да, правильно. Мы недавно купили пластинку, захотели послушать новинку. Завели патефон, льется вальс зимний сон. Вдруг зае. Шуром заела пластинку. Нет, это качество иголок заело. Да кое-где еще заедает. А один техник нуждался в квартире. Ждал он год, два и три, и четыре. Вот и пятый истек, подошел его срок, и вручен ему заветный ордерок. Обещал этот техник соседям. Вот с женою в квартиру мы въедем, ух, закачу пир горой под оркестр духовой. И заехал. Заехал, но не техник, а другой. Простите, но у техника ордер, а у другого связи. А как же с техником? А технику сказали, что он пока не может въехать по техническим причинам. Вот как заедает. Собирались уволить Коврова. Он работал не очень толково. Но Ковров все учел, заявление на стол. Вы в колхоз меня пошлите, я знаток по части пчел. И в восторге от рвения такого провожали с оркестром Коврова. Загудел паровоз добровольца, увез он заехал, между прочим, только не в колхоз, он немножко не доехал. Да-да, он рядом на узловой станции устроился заведующим буфетом. А мы вам песенку эту пропели, не без умысла и не без цели. Мы хотим намекнуть, в чем с ней песенки суть. Ох, заела, куплетов больше нет.